Изумительная вещь про астрономический арабский справочник. Есть текст, есть параллельное иллюстрирование, соответственно, печатанное в одну краску, но поскольку все-таки есть какой-то южный темперамент, и книжка должна быть красивая. Ну, то есть одни люди создали умный контент, сделали дико сложные схемы, написали. Но традиция зовет к украшению. Дальше пришли раскрасчики и раскрасили эти таблицы кроющими красками. Ну, то есть всю умную историю разглядеть под покрасом невозможно. Темперамент. Но это на самом деле цивилизационно важная штука, потому что это вещь секрета. В принципе, наверное, можно. То есть, с одной стороны, это очень красиво, потому что все яркое, такое зелененькое, красненькое. А с другой стороны, есть тайна. Вот. И ну, здорово же отношение к книге. Вот какая-то тайна. И она все время есть. Сдирать. Ну, то есть, ты более сложным способом можешь пробиться к знанию.